Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем поиграть вот такие большие скачки на 3 октавы. То есть мы играем с вами обычные трезвучия, пулом, хаммером, здесь нет свипа. Мы играем, потом то же самое фраза идет у нас на октаву ниже и еще на одну октаву ниже. Все. Смотрите, в правой руке мы с вами играем штрих вниз, потом делаем пул, потом удар вверх на второй палец. Потом снова удар вниз, пул вверх. Потом снова вниз, пул вверх. И все. То есть именно вот этот шаблон мы с вами играем по всем струнам. То есть если мы берем и играем фразу, у нас всего лишь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И приходим с вами в нашу ноту. Давайте попробуем разобрать это поближе, чтобы это было все видно. Итак, первый аккорд у нас идет с вами си минор, удар вниз, пул и вверх. Для того, чтобы у вас не звучали вот эти ноты лишние, то правая рука у вас должна быть под небольшим углом. То есть, точнее, правая рука у вас должна лежать на струнах. Иначе, если вы будете вот так играть, то у вас будет шум от этих струн. Поэтому что можно сделать? Можно сюда что-то положить на струны, либо позвать кого-то, чтобы вам кто-то это все подержал, либо вы просто это играете правой рукой. То есть вы зажимаете себе здесь правой рукой так, чтобы палец у вас держал эти струны. Си минор мы с вами сыграли, затем далее переходим в следующую фразу, она уже пошире будет. То есть ее уже играть немножко посложнее, потому что здесь уже у вас растяжка образуется. То есть аккорд у вас идет соль мажор. Получается фраза. И по такому принципу вы играете все оставшиеся фразочки. Дальше мы с вами играем. Здесь первым пальчиком мы с вами держим барре, то есть малое барре, то есть мы его перекатываем. Оп, перешли сюда. И приходим с вами в обычный аккорд, то есть это у нас получается с вами ре мажор, и еще получается аккорд ля мажор. Затем далее это все повторили, переходим теперь, когда вы пришли снова в си, потом у вас получается соль, потом ре мажор и приходим в ля мажор. Затем эту форму мы переносим с вами на соль мажор. Здесь уже получается вам гораздо сложнее играть, потому что получается растяжка уже. То есть чем ниже мы спускаемся по грифу, тем сложнее растягивать пальцы. Затем играем соль мажор с пониженной квинтой. Теперь от этой же ноты, от которой мы с вами играли пониженную квинту, ставим мизинец и играем с вами фа диез аккорд. То же самое здесь. Когда последний раз мы с вами приходим на четвертый лад, на ноту фа диез как раз, то третьим пальцем приходим в ноту си. Либо первым пальцем, но здесь на самом деле не настолько принципиально. Потом... Вот такой интересный этюд у нас с вами получился. Для того, чтобы его качественно сыграть, постарайтесь каждую фразу проработать отдельно на разных струнах. То есть, например, первую фразу вы отрабатываете. Вот она у вас. Поработали с ней, потом перешли визуально. То есть у вас надо перескочить мизинцем на такой же фа диез. Оп, вот сыграли. То есть и вот это расстояние пальцевое, чтобы оно... Чтобы мышечно вы привыкали к нему. То есть... Вот, как только вы это все привыкнете и сыграете, то само звучание будет немножечко другого формата. То есть будет тарда, тарда, тарда. То есть некий такой та-та-та-та-та-та-та-та. То есть вам надо найти вот эту триоль, и она у вас все равно будет звучать немножко не так, как свип.
То есть сипом звучит тарарарарара, а здесь тарада, тарада, тарада. То есть у вас вот именно эта нота акцентная, в ней вся и прелесть. То есть когда вы играете, то есть вот та-та-та-та-та-та-та-та. То есть вот этот акцентик, он как раз вот дает вот такое вот, ну, характерное звучание именно вот такого способа игры. Вот такой этюд у нас с вами получился. И я надеюсь, что вы возьмете себе на вооружение вот этот вид обыгрывания трезвучий именно пулами. И попробуйте это все поиграть, сыграть, разучить и применять это в своей игре. Я надеюсь, что этот урок вам пошел на пользу. Пока!